На выборы с песней в селе Попенки они проходят с особым колоритом. Здесь выступает народный ансамбль «Днестрянка». Проголосовали и потанцевали, ведь выборы – это всегда праздник. У избирательного участка ноги так и идут в пляс. В Попенках настоящие очереди, а с музыкой ждать веселее. Хорошее настроение, очень радостно, мне весело, хочется танцевать. Мы пришли всем ансамблем «Днестряночкой» не только проголосовать, но и, так сказать, поздравить все село с таким замечательным событием, как выборы. Это действительно праздник, и не только для нашего села, а для всей республики. В селе Попенки не только свой ансамбль. Здесь живет композитор Александр Токарев. Он автор гимна «Рыбницы» и не только. К выборам подготовил особый репертуар. Мое село, Попенки дорогие. Народные песни в основном, потому что ансамбль фольклорный, народный ансамбль. Поют не только украинские песни, и молдавские, и русские народные. Но среди них есть и авторские. Вот сегодня прозвучала песня «Родина наша». Я считаю, она как раз в тему. Для Элины Мунтян это первые выборы президента. Молодому избирателю значок в подарок. Все приходят с улыбками, голосуют, поэтому музыка играет, настроение веселое. Но я учусь на юридическом, поэтому для меня, наверное, скорее, это еще более важно, потому что, это долг каждого гражданина. Мы все обязаны прийти, проголосовать, выбрать человека, который будет руководить нашим государством. Рекордсмены по явке в Рыбницком районе – села Гороба и Новая Михайловка. Там до 12 дня проголосовал 31% избирателей. Их догоняет село Андреевка.